До назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Волгоградской области Сергей Баженов был депутатом Госдумы. А до декабрьских выборов в парламент работал мэром города Астрахани. Как характеризуют его жители Каспийской столицы, которую Сергей Баженов возглавлял в течение последних 7 лет? Для астраханцев он, я думаю, он себя не жалел. Вкладывался и не считался, что это вечер, что это ночь, это утро. И работал, старался, чтобы астраханцы жили, конечно, получше. Ну, то, что понастроили, это теперь на бывшую Астрахань не похоже. В Астрахань начали приезжать много людей именно в город Астрахань. Я сейчас не имею в виду туристов, а начали приезжать по делу. То есть начал приезжать предпринимательский класс. Заводить здесь свои офисы, заводить здесь филиалы дочерней компании. А это уже налоговая база, это уже рабочие места. То есть, когда город прилично выглядит, совершенно другое отношение у бизнеса. И уже отсюда не отток капитала. Для России самая большая проблема – отток капитала. Одна из больших проблем. В Астрахани и в Астраханской области мы видим не отток капитала, а приток капитала. И, насколько я в курсе, объем инвестиций в экономику Астрахани в несколько раз превышает годовой бюджет города Астрахани.